Всем привет, ребята, с вами Юранка, и мы продолжаем прохождение первой Ути-Пути Call of Duty, или Duty Call, и так нас с вами пишут, как всегда. Выражение «в войне победу заменить ничем нельзя». Генерал Дуглас МакАртур говорил, один из великих каких-то, наверное, соседских бомжей. Ладно, в общем, 6 июня 1944 год, 0020. Кажется, никому не удалось приземлиться там, где планировалось. Из своего подразделения я еще никого не видел, но, к счастью, мне удалось связаться с парнями из подразделения Бейкера. С нами также люди из подразделений знатоков, лис и псов. Какой-то набор собак, по-моему, какой-то зоопарк, сбежавший из цирка Шапито просто. Какой бардак, говорит. Мы готовимся захватить деревню Эгли Санмер, примерно в 5 милях от побережья Юга. Да, Юга, наверное. Юта? Нет, Юга, наверное. Мы приближаемся к ней по узкому полю, и с двух сторон нас окружают минные поля. Капитан Фоули говорит, в этой деревне располагается два немецких взвода. Десантников, мне кажется, впереди нас ждет серьезный бой. Дороги Эгли-Санмер соединяют побережье Юга с главным шоссе полуострова, а это значит, что мы находимся прямо на пути возможной контратаки немцев. Ну что ж, самое к тому время Эгли-Санмер, Франция. Голос знакомый. Это ты ли это? А чё нас обратно не пускают? Ну да, оригинально. А кто сказал вот это? Сержант Лукман. А как бежать? Как бежать? Пробил, чтобы встать, батюшки мои. Положись, мужик, ложись. Мужик, скорее стреляйте. Это было предсказуемо. Куда ты под пульт под мои лезешь? Ничего, огонь по своим еще никто не отменял. Это нормальное явление. Стреляйте в него. Че мне все это надо одному делать? В конце-то концов. Да что ж вы делаете? Бывает, ничего страшного. Держимся, держимся, терпим, мужики, терпим. Свисты раздались у нас с тобой. Это самый известный звук, который... Из самых известных звуков, ставший самым популярным в этой игре. А, у меня даже кнопка перезарядки не работает. Прикинь, я не могу просто... Невозможно просто так взять и перезарядить оружие. А я вот так могу сделать, зато ему, смотри. Оп. Ты куда побёр? Куда побег, мужик? Кто там? Где? Кто стреляет-то где? Ребята... Здесь что ли все? Ты чё, успокоился, давай. Неплохо. Да, неплохо, все просто великолепно. Это самая единственная в своем роде неповторимая первая часть, великая, в которой здоровье подбирается аптечками, не восстанавливается автоматически. Food написано, food package, видишь, у нас с тобой написано, еда упакованная какая-то. Смотри, насколько высокие текстурки, а? Не знаю даже, нормально вы видите, плохо вам видно. Так, у меня такое чувство, как будто бы у меня игра затемняется, ребята. У меня такое чувство, как будто у меня изображение затемнено почему-то на записи, кстати говоря. Я хотел вам сказать об этом. Потому что у меня почему-то картинка-то ярче получается. Здорово, мужик. На предпросмотре у меня показывается, как будто игра затемнена. Кто там? Где? Внимание. Внимание, внимание, говорит Германия. Ты чё, он успокоился там? Ну-ка, рот свой завалил. Замолчал-ка на минутку, мужичок. С ноготок. Ну-ка. Так, а что у нас там? Вот лампа, смотри, у меня желтый, белый свет. Правильно вроде, да, вроде правильно светится. Кто, кто, где, кто, где рак-то? Че в одежду все одинаковую напялили, не понимаю. Вообще не понимаю, по кому надо палить. Нельзя же так делать, в конце-то, в концов. Ну, молчать, промахнулся. Опа, опа, опа. Кольт, 1911. Ставший популярным по Black Ops и всему остальному на свете. Почему все мне надо делать? Значит, я сделаю, ладно. Да, сынок. Батек. Отец. Отец не какой-то там юрец. Кого стреляете? А как он здесь появился? Никого не было. Кто стреляет откуда? Вы че, ребята? Не, какие-то бесстрашные. Понавыбегали отсюда из-под кустов. Да вы что делаете-то? Сквозь текстуру-то палить как-то не по-божески. Ну-ка. Как-то вообще по-читерски, я вам даже более того скажу. Дрынь, смотри, да не долетает. А то гранат своего можно, смотреть, сколько носить, целая куча. Ну-ка. А сейчас я вам эти, ребята, ловите.
Не понимаю, почему они не попадают у меня. Гранаты бросаю, не попадают. Попали. Ну-ка, ребята, ловите гранатку. Гранатка, бэх, дрынь, как тебя перевернуло-то, да? Я какой-то, я слишком тоже, какой-то бесстрашный. Да, давайте, все сразу обосрались, как только граната прилетела вражеская. Давайте, вперед, отважные морпехи. Хватит срать в штаны, давайте. Вы же бойцы Соединенных Штатов Америки. Вы же никого не боитесь. По крайней мере, не должны, по идее, бояться. Хотя, кто их знает, на деле-то. Все же разные, да, люди? На тебе, под затрещину. С какого там калибра? Я уже не помню, какой там калибр был. Да? Больно, понимаю, братан, отдыхай. Сколько вас много тут разлеглось? Надо пройти через эти дома. Погнали. Шевелись вперед, что у нас с тобой здесь есть? А, из отсылок-то никаких нет у нас с тобой. Можем только использовать, причем. Бесконечное количество боеприпасов с этими пулеметами. Ну да, все как обычно, все самое, как самые лучшие времена. На тебе, отдохни-ка. Да куда ты встал-то передо мной, дай мне пострелять. Ураганный огонь. Все. Прячемся, ребята, прячемся, аккуратнее стараемся быть. На тебе. Отдыхаем. Очередями малыми по вам будем палить мы. Ванна. Давай искупаемся. А, она без воды? Досадно. А так хотелось помыться. Все, отдохни. Куда ты там вылез? Кто там опять стреляет? Открыли огонь пулеметом. Нет, нет, братан. Тебе лучше передохнуть. А, это, наверное, не перезаряжается, но потому что такой принцип... Боевки этой самой винтовки. Понял прикол? Она почему не перезаряжает? Потому что невозможно перезарядить в тот момент, пока ты полностью не тратишь боеприпасы. Потому что он, видишь, перезарядку делает с стопкой патрон. Ну, вот смотри, целая. Дрынк. Запас, видишь, делает. Только выстреливает. У нее звук такой. Дрынк. Ну-ка, ребята, отдыхаем. Все поразбегались, как тараканы. Жуки. Они даже, смотри, стрелять вообще не слышат. Ну-ка, ребята, давайте-ка я вас приведу вас в порядок. Ну-ка. Чё говоришь? Бас ты меня назвал. А как, чё он? Чё за граната? Не понимаю. Какой-то вспышка, как будто это какой-то, не знаю, корсар пятый просто. Надо будет потом проверять. И мне что-то подозреваю, что сейчас как-то громкость у нас с тобой на слишком высокий уровень уже выходит. Что-то я переборщил, походу. А, ну да, темнеть начинает, я смотрю, поэтому это уже темно, что меня плохо видно. Передохните, товарищи. Да, спецэффекты здесь, конечно, такое себе, но... Как-то ж довольствуют люди в начале 2000-х годов. Чего не стреляете? Вон он стоит там уже, перевернулся. Сквозь всевозможные текстуры. Откуда у меня вообще взрывчатка-то есть на самом деле? А, ну да, 5 секунд до взрыва дать. Связка заложена назад. Почему назад? Нам говорят идти вперед, а не назад. Ой! Как по коленочке-то он прилетел. Это больно, наверное, да? Нежданчик-то. Сразу все как стрелять перестали. Ну да. Да куда ты под пули лезешь? Да, осторожно, граната. Прячьтесь. Лови гостинчик. В лоб. Сдвиг вправо, сдвиг влево, расстрел. Давай сейчас мы его, ну-ка, вылезай. Кепку свою покажи. Я не попал. Тебе повезло. На тебе, да хорош вы уже стрелять надоели. Да на тебе. Ну-ка, лови гостинчик. Да хорош тебе как. Вздыкнуло-то, перевернуло-то, развернуло. Ну-ка, Евпасий Макасинович. Сейчас мы тебе... Василий Алибабаевич. Аптечки у нас с тобой целая куча дает. Ну да. Личный пакет этого. Никто... Да? Перевязочный пакет никто же не отменял, правильно? Бабах! Чел, хорош. Вторая часть она стала самой первой там, где не было аптечек. В своем роде. Самая первая это вот...
такая была с хпшкой. Потом вроде упростили эту ситуацию, чтобы лишний раз аптечки не рисовать, чтобы проще было. Кто стреляет? А, здрасте. Все, ребята, отдыхаем. На самом деле на моде реализм там буквально пару выстрелов и все. Было бы. Но мода реализма у нас с тобой нету, потому что он не заработал. Отказался работать по-хорошему. Поэтому пришлось действовать по старинке. Там должен, наверное, кто-то сидеть, так подозреваю, скорее всего, снайпер, но его там нету. Здорово, ребята! Слушайте, я не знаю, какая-то странная сложность. Я просто помню, что на самых максимальных сложностях на ультрах была люто-хардкорная сложность. Че такое? А что случилось? Гранату кто бросил, что ли? Просто... Я лично хотел бы, чтобы потяжелее было. Либо это настолько просто я умею играть, что они не могут попасть по мне. Потому что по мне такое чувство, как будто слабо очень дамажит. Так вот так надо сделать просто, и все, вы че? Ну-ка, лови гасинчик. Все? А, ну да, все. Лоу дамажится. Меня посмотри, у меня сложности тяжело стоять. Не ветеринар, правда. На ветеринаре это вообще хардкор будет полнейший. На ветеринаре лютый хардкор будет. Я просто помню эту всю тему. На коряк можно поменять, но мы не будем менять его. Пускай так и останется. Да, давайте отбегаем. Какая граната, это взрывчатка. Да, явно у нас, ребята, армия для умалишенных. Как я и сказал в предыдущей серии. Зачистка. Ладно, ребят, нацистка. Фашистка. Это место, пока не подойдет подкрепление, так что наша работа ага. Да ты что, для тех, серьезно? Вас, кто впервые участвует в операции, добро пожаловать в ад. Для тех, кто уже кое-что повидал, верьте ну, мне, как ребята, бы... вы еще пороху не нюхали. Мы расставим... Ну да, мы только начали, третья миссия у нас с тобой. Стойте на посту и не забывайте о своих товарищах. Кто там падает? Хорошо, какой-то кусок какого-то пирога, посмотри, непонятно вообще, что это летит. Какой-то кусок воздушного говнеца, ну ладно. На этом пока что все, ребятушки. А вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям, если еще этого не сделали. А ведь у нас с вами огромное количество гайдов, летсплеев, все крутое сможете найти у меня на канале Эглис Санмер. У нас с тобой была миссия. У нас с тобой, говорят, цель войны не умереть за свою страну, а заставить противников умереть за свою. Генерал Джордж какой-то Паттерсон какой-то был. Паттерсон. Ладно. Так что, ребятушки... Я не знаю, я бы, конечно, поменял бы, наверное, сложность, потому что хочется что-то посложнее, потяжелее, но понимаю, что потом тоже может быть лютый хардкор. Что я просто вспоминаю, что когда ставил сложность ветеран, это был просто лютый трындец. Может быть, я реально так научился за годы играть, не знаю, профессионализм, как говорится, не проешь. Так что, всем спасибо, ребятушки, до новых встреч, и пока-пока, не переключайтесь.